также я попал в Европу, и у нас известен как Цимбалы, или как в Европе называется Хаммерхорн Цимбалы. И также этот инструмент является прототипом современных всех клавишных, таких как фортепиано, рояль, клавесин. Принцип тот же, это ударяние палочками по струнам. Разница только в том, что здесь музыканты играют двумя палочками, а там с помощью механизма каждой струне молоточек. Вот. Ну, сейчас прозвучит такая музыка, суфийская больше.
называется саранги. Это инструмент из Индии. И он связан не просто с Индией, а как бы, если кто знает, есть юг Индии, есть север Индии. Это вообще многонациональная, многокультурная страна с большим количеством традиций и культур, которые вот там, на этой территории находятся. Это инструмент связан именно с северной частью Индии, с такими штатами, как Раджастан, Пенджаб, ну, также его любят в Кашмире, ну, там, других, ну, северных штатах. Но в основном, как культовый инструмент, он позиционируется в Раджастане. Это такая пустынная страна, где живут такие кочевые племена, которые там ездят на верблюдах, вот, и очень любят такой музыкальный инструмент, который называется саранги. Он очень древний. И интересен тем, что тут есть как бы три основные игровые струны, на которых играют. Они делаются из кишок животных. Это берут козы чаще. И вот делается такая струна. А остальные струны металлические, их 33 штуки. И они настраиваются по полутонам, вот как у нас до диез, ре диез, ми, фа, и вот порядок. И когда вот музыкант играет такими тянучими звуками, эти все струны звучат, создается такое звучание, такое душераздирающее. Ну, как бы считается в индийской традиции, что это инструмент, который ближе всего подходит, ну, приближается к человеческому голосу, то есть по эмоциональному воздействию. Значит, также этот инструмент любят, ну, кроме Индии, это еще Пакистан, конечно, это тоже. Это еще более северная часть. Ну, там, Пакистан, Афганистан, Индийский Раджастан и Пенджаб. Сейчас тоже прозвучит такая музыка с фонограммой. Можно послушать, как это звучит в характерном таком исполнении. Thank you.
Спасибо. Инструментальная часть закончена. Сейчас у нас вокальная, инструментальная будет мантра джем. Почти что в шанте все-таки в состоянии находимся. Я хотела бы вас сразу попросить, вот нас мало, но мы в тельняшках, и это будет не концерт, это будет мантра-медитация, поэтому очень важен обмен энергетический в этом процессе. Поэтому я прошу вас как можно ближе вот на карематы, или если сложно сидеть на карематах, стульчики подвигайте вот как можно кучнее. Чем мы ближе друг к другу будем сидеть, тем у нас более, скажем так, продуктивно получится помедитировать. И мантра джем правильно, ну как бы в классическом варианте на санскрите это называется киртана, совместное воспевание мантр. И процесс происходит таким образом, что сначала буду петь я, потом мы поем все вместе. То есть таким образом будем меняться. В некоторых моментах можно петь все вместе. Вот. И один из важных элементов – это наше тело, потому что мантра-медитация, она для того, чтобы мы научились, ну как бы это одна из практик, которая помогает успокоить, остановить ум, внутренний диалог, осознать себя как духовную часть, как частичку Вселенной, и поэтому максимальным образом, как бы с помощью звуковых вибраций, мы стараемся не думать ни о прошлом, ни о будущем, а быть здесь и сейчас, медитируя и сосредотачиваясь на звуке, который мы слышим. И то есть сначала вы слушаете, как поем мы, а потом вы слушаете себя в момент того, как вы будете петь. И вот у нас слева на экране будут на каждую мантру текст, поэтому смотрите текст. Те, кто знает текст, подпевайте активней, хлопайте в ладоши, потому что руки, ноги, это тоже, ну как бы если мы задействуем в киртане, это тоже способствует медитации. Мы, наверное, все-таки выключим свет, вам не обязательно нас видеть. О, классно. Вот. И да, выключайте, пожалуйста, все телефоны, потому что это тоже будет нас отвлекать. И еще такой момент. Я хотела бы рассказать немножко вообще мантра, что такое мантра, пока мы готовимся. Манас с санскрита означает ум, а трая очищать. То есть у нас сейчас будет мистический процесс очищения ума или освобождения ума. То есть это мистическая практика. И если мы сможем посредством... Вот даже собаки к нам... Посредством своего тела и психики все-таки почувствовать мистицизм нашего существования, и будем все счастливы. И самое главное еще, когда будет как бы разгон или накал, хлопать всем в ладоши, считается, что когда мы хлопаем в ладоши во время киртана, линии судьбы, они меняются на руке в лучшую сторону. Поэтому не жалейте своих ладошек, тем более нас мало, поддерживайте нас, пойте вместе с нами. Еще раз говорю, что это не концерт. Это совместное действо, в котором вы являетесь такими же участниками, как и мы тут на сцене. Мы просто немножко умеем играть на инструментах, поэтому мы здесь. Ну что, начнем? Thank you.
мантра, с которой мы начнем, это мантра Ом. Она состоит из трех звуков. Аум. Это в ведической традиции считается, что весь мир, вся Вселенная, все, что мы видим в проявленное, да, это включает в себя, как бы входит в этот звук, что все выходит из него в момент творения, и все сворачивается в него в момент разрушения. И можно представлять себе, когда мы поем, прошлое, настоящее, будущее, можно представлять вообще всю Вселенную, все мироздание, которое мы здесь видим, и просто еще раз вот по-детски, по-настоящему удивиться, насколько удивителен мир, насколько удивительно его создал Творец, и что мы являемся частью такого нереального чего-то. Ну, это действительно удивительно. Мы в обыденной жизни забываем об этом, что наше существование, оно по-настоящему удивительно. И поэтому, когда мы будем сейчас повторять этот звук, максимально подумайте вселенскими масштабами. А если нет мыслей, просто тогда пойте и слушайте звук. Это в идеальном варианте. Oh.
Thank you.
Следующая мантра, которую мы будем петь, она называется мантра Гаятри. Эта мантра считается матерью Вед, матерью всех мантр. И потому что это мантра, которая помогает человеку развить в себе мудрость, разум, который, с помощью которого человек перестает совершать глупые ошибки, становится более счастливым, и также помогает развивать духовный разум, с помощью которого человек приходит к Богу. Мы сначала будем петь по одной строчке, чтобы вы запомнили, а потом уже целиком всю мантру. Oh,
следующая мантра, это мантра, которая помогает развить в человеке любовь к Богу, любовь ко всем окружающим, к этому миру. И она направлена на аватару Господа Чайтани и Нитянанды. Это считается золотая аватара, которая соединяет в себе любовь Радхи и Кришны. Thank you.
следующая мантра, это мантра Шиве. Ом Нама Шивая включает в себе каждый слог, включает в себе все стихии. Огонь, воду, землю, воздух, эфир. Вот в этих пяти слогах находятся пять стихий. И когда мы повторяем эту мантру, мы, во-первых, она помогает преодолевать какие-либо препятствия или трудности в жизни. Плюс мы гармонизируем все эти пять стихий у себя в теле. И самое главное, эта мантра дает вкус к отречению от материального быта, мира, то, что дает успокоение и гармонию внутри, гармонию с самим собой. Thank you.
10 минут. Это максимум, сколько мы еще можем поиграть. К сожалению, нам надо будет быстренько ехать на поезд. Поэтому максимально сразу включайтесь в процесс. Сейчас мы споем Маха-мантру. Маха означает «великая». И эта мантра, конечно же, мантра любви. Мантра любви, которая дарует человеку все. Потому что если у него есть любовь, значит, у него есть все. И, пожалуйста, включаемся, давайте сразу. Krishna, Krishna.